Картана, все, что я хочу знать, оторвались ли мы от них? Я думаю, мы оба знаем ответ на этот вопрос. Мы сделали слепой прыжок. Как они... Добрались сюда первыми? Корабли Ковенанта всегда были быстрее. Когда они отследили нас на всем пути от предела, на световой скорости мои варианты маневрирования были ограничены. Мы бежали в темную, верно? Пока мы не замедлились, никто не пропустил бы дыру, которую мы прорвали в пространстве скольжения. Они ждали нас на дальней стороне планеты. Итак, какова обстановка? Наши истребители только что избавились от последних разведчиков. Ничего серьезного. Но я выделила приближающийся сигнал от многочисленных боевых групп класса ББК по 3 крупных боевых корабля в группе. Через 90 секунд они будут повсюду. Ну вот и решено. Переведи корабль на боевую тревогу Альфа. Я хочу, чтобы каждый был на своем посту. Каждый, сэр? Каждый. И Картана. Давай устроим нашим друзьям теплый прием. Я уже начинаю. Внимание всему боевому персоналу! Пожалуйста, доложитесь на свои посты. Пятый взвод, обеспечьте безопасность шлюза на палубе 11. 14-й взвод, объединитесь с 22-м тактическим на переборку Чарли-14. Вы слышали, Лин? Двигайтесь так, как будто у вас есть цель. Это не тренировка. Повторяю, это не тренировка. И вот опять. Наша работа закончить то, что начали летчики. Взвод, мы покидаем этот корабль и атакуем ковенантов на твердой земле. Когда мы встретим врага, то оторвем их черепа от хребтов и бросим далеко, смеясь. Я прав, морпехи? Да, сэр! Я прав, черт побери. Теперь выдвигайтесь. Внимание всему персоналу. Мы повторно атакуем врага. Внутренний и внешний контакт неизбежен. Все новички, которые хотели вблизи увидеть ковенанта. Это ваш счастливый день. Ух ты. Сэр? Точно. Давайте отогреем его. Хорошо. Открытие капсулы через 30 секунд. Он нагрелся. Подача воздуха через 5. Костюм показывает зеленый. Цикл завершен. Извините за спешку, Чиф. Сейчас все не очень спокойно. Дезориентация должна быстро пройти. Добро пожаловать, сэр. Мы приготовим вас к битве. Пожалуйста, осмотритесь вокруг комнаты, Чиф. Мне нужно считать калибровку для диагностики вашего боевого костюма. Хорошо, спасибо, сэр. Я включаю передатчик вашего здоровья, сэр. Основные показатели выглядят нормальными. Хорошо, сэр, продолжайте и поднимайтесь из криокамеры. Я дал вам двойную дозу стимулятора для пробуждения. Пройдитесь по криоотсеку, и когда будете готовы, присоединяйтесь ко мне на оптической диагностике. Встаньте на красный квадрат. Сэр, мне нужно, чтобы вы посмотрели на меня. Я знаю, что оружейные техники позаботились о ваших прицельных сенсорах, но у нас мало времени. Просто взгляните на каждую из мигающих панелей. Когда вы взглянете на них, они будут менять цвет. Ладно, выглядит хорошо. Сэр, я обнаружил некоторые ошибки в калибровке. Я собираюсь инвертировать ваше обзорное поле, так что вы сможете решить, как вам больше нравится. Попробуйте снова взглянуть на мигающие огни. Так лучше, или я должен переключиться обратно?
Хорошо, попробуйте снова посмотреть вверх и вниз. Вы хотите, чтобы я переключился обратно или оставил так? Хорошо, я оставлю обзор нормальным, но если вы захотите, то сможете сами изменить его позднее. Я готов приступить к тесту энергетического щита. Пожалуйста, следуйте за мной к станции тестирования энергетического щита. Всей команде отчет на оборонительных позициях. Сенсоры показывают приближение посадочного транспорта ковенантов. Приготовьтесь к отражению. Встаньте на желтый квадрат. Это займет всего секунду. Ладно, приведи в действие его энергетические щиты, пожалуйста. Отлично, щиты показывают полный заряд. Сбейте их для тестирования автоматической перезарядки. Перезарядка нормальная. По всем параметрам показывает зеленый цвет. Мостик к криохранилищу 2. Это капитан Кис. Немедленно отправляйте чифа на мостик. Капитан, нам нужно пропустить оружейную диагностику. Броском, матрос. Да, сэр. Шкипер похож на нервах. Нам лучше выдвигаться. Оружие мы подберем вам позже. Хорошо, я оставлю самодиагностику включенной. Хорошая идея. Тебе лучше отправиться к своей группе эвакуации, сэр. Просто перезагружу компьютер и уберусь отсюда! О боже, они пытаются пройти через дверь! Охрана! Нарушители в креате! Пожалуйста! Сэм! Сэм! Пойдем, мы должны выбираться отсюда! Сюда! Капитан Кис. Рад видеть тебя, мастер Чиф. Дела идут не очень хорошо. Картана делает все возможное, но на самого начала не было ни шанса. Дюжина боевых кораблей Ковенанта против единственного крейсера класса «Безмятежный». Но даже так я уничтожила 3. Уже 4 судна. Выспался? Да, только не благодаря твоему пилотированию. Так ты скучал по мне? Отчет! Видимо, одна из абордажных команд. Думаю, это был заряд антиматерии. Мэп, контроль над главным орудием потерян! Капитан, орудие было моим последним вариантом. Все в порядке. Я инициирую вторую статью протокола Коула. Мы покинем осень. Тебя это тоже касается, Картана. А будете делать что? Падать вместе с кораблем? В некотором роде. Объект, который мы нашли, я постараюсь посадить осень на него. При всем моем уважении, сэр, на этой войне достаточно мертвых героев. Я ценю твое беспокойство, Картана, но это решать не мне.
Протокол гласит четко. Уничтожение или захват корабельного ИИ абсолютно неприемлемо. Это означает, что ты покидаешь корабль. Выдели выбор мест для аварийной посадки. Загрузи их мне на нейронный интерфейс, а потом перенеси себя на жесткий носитель. Есть, сэр. Теперь о том, для чего мне понадобился ты, Чиф. Помоги Картане покинуть корабль. Защищай ее от врагов. Если они захватят ее, они узнают обо всем. Расположение войск, разработка вооружений. Земля. Я понимаю. Осень продолжит маневры уклонения, пока вы не инициируете последовательность посадки. Не думаю, что вы послушаете, но я предлагаю свои подпрограммы, чтобы справиться с последним этапом посадки. Замечательная работа, Картана. Спасибо. Ты готова? Извлекайте меня. Удачи, мастер Чиф. Твоя структура не сильно отличается от осени. Только не делай глупостей. Я не держу его заряженным, сынок. Придется найти патроны по пути. Этим морпехам не помешает помощь, Чиф. Сделай то, что у тебя лучше всего получается. I know you're there! No sign of them. More here! Does anyone see? Oh, you got it yourself! Резервные боевые команды на палубах с 5 по 9. Отступайте на вторичные оборонительные позиции. Какого черта? На что-то ударило? Быстрее! Назад к шлюзу! Через шлюзы наших спасательных капсул они крепят свои абордажные судна. Мы
мы выходим, и они входят. Умные ублюдки. Командам с Альфа по Ноябрь. Выдвигайтесь к ближайшим станциям эвакуации. Площадки над нами! Keep it up!
Боевым командам Сиена под Виктор приготовиться к эвакуации. Внимание всем, это капитан. Приготовьтесь покинуть корабль. Боевые команды, отражайте захватчиков, пока остальной боевой персонал уходит. Удачи. Конец связи. Капсулы отчаливают, поспешим! Ковенанты уничтожают капсулы. И правда не хотят, чтобы мы попали на кольцо. Внимание, двери закрыты. Воспользуемся техническими путями корабля. Следуй за указателем, он приведет тебя к выходу. Я засекла движение ковенантов снаружи путей техобслуживания. Активирую датчик движений. Найдем же безопасный выход. Они повсюду! Нужно найти другой путь! Мы слишком близко. Надо найти другой путь. Судя по датчику, все чисто. Подожди. Нам нужно пройти через эту дверь, но она была повреждена взрывом. Анализирую. Механизмы управления дверью не работают, но она получила много повреждений. Тебе, возможно, удастся ее открыть при помощи удара прикладом оружия. Боевым командам в отсек 7 и 8. Отступайте на вторичные оборонительные позиции. Yes, cyborg!
команды на палубах с 5 по 9. Отступайте на вторичные оборонительные позиции. Похоже, ковенанты хотели застать тебя врасплох. Экипажу оперативному персоналу на палубах с 1 по 4. Немедленно доложить на станцию эвакуации. Повреждения суперструктуры весьма обширны. Я не знаю, сколько еще можно злоупотреблять осенью. Оперативному персоналу на палубах с 9 по 12. Немедленно доложить на станцию эвакуации. Thank you.
последняя капсула. Залезай, пока она не стартовала. О нет! О нет! Сейчас самое лучшее время уйти. Запускай. Есть, сэр. Отделились, отходим на безопасное расстояние. Мы сделаем это, сэр. Я не хочу умирать здесь. Смотри. Что это за штуковина, лейтенант? Да чтоб я знала, но мы садимся. Осень, ее подбили. Я знала. Осень набирает скорость, Кис собирается сделать это вручную. Тем выше головы, это оно. Мы входим в атмосферу кольца через 5. Уверен, что тебе не стоит сесть. Мы будем в порядке. Будь у меня пальцы, я бы их скрестила. Наконец-то! Ты в порядке? Двигаться можешь?